эксцентриссимо. Трампа теперь хоть и нельзя хвалить, но все равно дела с ним иметь наши люди не отказываются. Русские предприниматели купили у него элитной недвижимости на 100 миллионов долларов. Квартирки в роскошных небоскребах Трампа во Флориде приобрели владельцы банков и другие россияне, пользующиеся благосклонностью судьбы. Башни Трампа относятся к сегменту элитной недвижимости. Цены там соответствующие, по 5-6 тысяч долларов за квадрат. Для инвесторов со скромными суммами есть жилье, где квадрат 1000 всего стоит. Квартиры полностью меблированы, в них витражные окна, которые выходят на океан. Жить у Трампа, правда, не такой уж и подвиг. Квартиры в его небоскребах стоят так же, как трешки в Мытищах. Но зато соседи сплошь выдающиеся люди. Покерные мафиози, финансовые аферисты, бывшие криминальные авторитеты, топ-менеджмент нефтяных компаний, депутатские семьи. Может быть, поэтому сам Дональд Трамп не живет в своем небоскребе в Майами, а построил себе замок в Палм-Бич. Эксцентриссимо.